Всем большой привет! А вот так выглядят роды вот мадагаскарского тараканчика. Вот эко находится внутри самочки, и она вот выпускает малышей из вот эки. Вот оно, это чудо рождения. Вот эко они потом съедают. Вот так этот процесс выглядит. Детишки потемнеют буквально на глазах. Это вот они в первую минуту после рождения такого цвета. Белюсенькие. Вот она сама мамочка, юная. Это ее первые роды. Она еще даже не сильно крупная. И вот они теперь благополучно съедят вот эку. Будут темнеть за пару часов и будут выглядеть как полноценные таракашки. Вот они доедают оотеку, это очень важный момент, нужный. Глазки у них уже темненькие. Размер у них очень крошечный, вот по сравнению с пальцем. О, то есть тут вообще, ну, миллиметров 6-7, когда как. Ну, так вот рождаются малыши. Тут у меня есть еще, они родились чуть раньше, вот они уже потемневшие от другой девчонки. Ну, в принципе-то и эти потемнеют на глазах. Тут надо часа два максимум. Ну, так вот это происходит. Чудо природы. Они сразу самостоятельные, носятся, как угорелые в поисках пищи. Ну, сейчас вот все заняты поеданием мутыки, которую самочка сбросила. И вот сейчас они будут уже искать пищу. У них остатки прошлой еды, я все это почищу, поубираю макушку недоеденную, положим свежую. И пусть малыши растут. Вот такое у меня пополнение.